Донбасс после отъема, техничного отъема Крыма угу. начался ад на Донбассе, который да. продолжается до сих пор. Скажите, пожалуйста, если бы Крым отстояли, Донбасс в том виде, в котором он Нет, сейчас был. Ничего бы, ничего бы не было, ничего бы не было. Потому что события на Донбассе, инспирированные российскими агентами во главе с так называемым Игорем Стрелковым, Анжегеркин, да, во многом были обусловлены ожиданиями, что Путин ведет войска и в Донецкие и Луганские регионы. Де-факто он их и ввел. Но до юра этого не произошло, и никакой концепции присоединения Донецкой и Луганской России не существовало. Украине Донбасс нужен? Нет. Украине стоит отказаться от него? Да. Это надо просто признать. А для того, чтобы это признать, должен быть очень смелый лидер. Видимо, Петр Алексеевич Порошенко не является таким лидером. Я к нему с большим уважением отношусь, но, видимо, он, так сказать, готов озвучивать только политкорректное решение. Народ поймет лидера, который откажется от огромного куска территории. Анализ всей мировой истории и даже того очень небольшого участка истории, в течение которого жил я и принимал по касательной на периферии, но все-таки принимал участие в значительных событиях, показывает, что настоящий лидер может убедить народ в чем угодно. Собственно, это и есть критерий отличия настоящего лидера от ненастоящего. Ну, Деголь отдал Алжир, да? он не перестал быть отдать. страшного, величайшей исторической фигуры Франции, не перестал. Если отдать Донбасс, есть ли вероятность того, что следующими могут попроситься выйти из состава Украины, Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье? Не думаю. Нет, потому что, Харьков. Тут, Потому что, несмотря на все неурядицы внутри Украины, все равно на Украине есть свобода, а в России ее нет. Я не очень понимаю, зачем людям не свободно, из свободного мира приходить не свободно. Донбасс будет в замороженном состоянии, и да, дальше начинается. Это, это не, на неопределенное время замороженный конфликт. Это крест. Да. Если только лидер не сделает. Ну, решительный мы должны шаг. с вами я думаю, согласиться, что Минские соглашения изначально были неуполнимы, потому что невозможно принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мы это видим сейчас, поэтому они не принимаются. Невозможно проведение в этих районах выборов по украинским законам. Следовательно, невозможно передача контроля Украине на границе этих районов. Ну и все. Значит, это бесконечный тупик, как назывался роман Дмитрия Голковского.